ушел из жизни бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Брославский. Поэт Александр Шаганов рассказал, что музыкант долго боролся с онкологическим заболеванием. Он напомнил, что Брославский покинул группу в 2004 году, но иногда выступал с коллективом. Игорь являлся лауреатом международного конкурса в Сопоте, работал в ВИА «Вдохновение», «Фантазия», «Надежда», «Кинематограф», «Голубые гитары». Он был солистом группы «Доктор Ватсон» с 1994 по 2004 год. Выражаем искренние соболезнования близким и родным музыканта. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!